Я, значит, обошла все ближайшие магазины, и ни в одном из них нет мороженого. Да что это за город такой? Света, ты где? Ты куда спряталась? Я тебя не вижу. Я здесь. Здесь я. Сижу в домике. Да где здесь-то? А, ты что там делаешь? Я уже не знаю, чем бы себя занять. На улице жарко, дома душно. Вот решила посидеть в нашем детском домике. Да, вот в том-то и дело, что он детский. Ты даже в него уже не влазишь. Чего ты там уселась? Вылазь давай, у нас проблема. Нужно ее решить. Не поняла, что-то произошло? Ну, конечно же, произошло. Я пошла в магазин, а там нет мороженого. Совершенно никакого и ни в одном ближайшем магазине. Да что за нашествие это такое? У меня уже совершенно сил нет ходить. Думаю, это вполне объяснимо. На улице так жарко, вот все и скупили мороженое. Ты что, совсем не понимаешь? Это же нелогично. Во всех магазинах столько мороженого всегда продавалось, что весь город не в состоянии его скупить. Действительно, очень-очень странно. Да, ты права, здесь что-то не так. Думаю, нужно найти доставку мороженого в интернете. Ага, точно. Пойду что-нибудь поищу в интернете. Ой, как хорошо, ты поищи, а я пока отдохну, а то совсем умаялась только топать. Ура! Оля, я нашла! Вот, прочти! Мороженщик по имени Роб с удовольствием доставит мороженое на дом в любом количестве. Это чудесная новость за весь день. Думаю, стоит набрать его номер и заказать 2 огромных мороженого. Окей, я так и сделаю. Пойду позвоню. Ты какое будешь? Я клубничная. А я ванильная. Хорошо, скоро как наедимся мороженого. Так, ты слышишь? На кухне как будто кто-то ходит. Это, наверное, мороженщик пришел. Ты дверь-то закрывала, когда с магазинов пришла? Ой-ой-ой, честно говоря, я не помню. Ну, чего сидишь? Идем смотреть. Кто там ходит? Мы идем, кто бы там ни был, мы дома. Я кого-то слышу на кухне. Сейчас подглянем. Ну, кто там, кто там? Ты не поверишь, там какой-то дядька в маске. По всей видимости, это и есть мороженщик. Нам необходимо срочно спрятаться. Думаю, он опасен. Я тогда побежала под стол прятаться. Ну как? Меня не видно. Думаю, сойдет. Так, а я пошла... О, в домик свой. У меня, конечно, ноги немножко торчат, но там диван прикрывает. И волосы, думаю, он не обратит на это внимания. Oh, hello. Don't you wanna try my delicious? Надеюсь, он меня не заприметил. Что же он ищет, этот мороженщик? I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Вот мы попали! Ребята, поставьте пальчик вверх, если нам сочувствуете. Thank you.
этот монстр покинул наш дом? Да наконец-то можно выбраться! Как же я устала уже сидеть-то под столом! Как хорошо, что он еще не заметил нас! Знаешь ли, тебе надо бы научиться закрывать входную дверь, а то заходят здесь всякие! Да кто ж знал-то, что этот мороженщик Рот такой странный! Это хорошо, что он еще нас не нашел! Неизвестно бы, что он бы с нами сделал, а вдруг бы заморозил или мороженое из нас сделал бы. Пойдем на кухню и проверим, что же там. Идем. Все-таки оставил нам вкусного мороженого. Добросовестный мороженщик. Думаю, все-таки не стоит его есть. Что-то уж я боюсь и не доверяю этому Роду. Пойдем тогда в интернете прочтем отзывы о его мороженом. Браво! А раньше догадаться нельзя было. Я думала, как только ты объявление нашла, сразу прочла отзыв. А ты? Вот доверять тебе после этого. Идем сейчас читать тогда, что уж поделать. Heh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